скажем так, я так и ожидал, потому что я был во многих мероприятиях. Последний раз я был в городе Астане, Казахстан. Это мероприятие, вот организаторы этого мероприятия организовали мероприятие не хуже, чем там. Может быть, даже лучше, лучше. Мне очень приятно, очень-очень даже приятно видеть, как организатору организовали, как они, скажем так, по полочкам разделили все это. Ну, естественно, и модераторы, и, скажем так, докладчики неплохо выступили. Но, скажем так, мои впечатления, самые лучшие впечатления в организаторах, скажем так, если это оценить по баллам, это я оцениваю на 5. Ну, концовку вы сами видите, все весело, все хорошо, все отлично. Несмотря на то, что я первый раз здесь, в Пятигорске, в Северном Кавказе, может быть, я немножко буду не о теме, а о другом. Вот люди тоже неплохие, они тоже дружелюбные, они тоже, скажем так, сразу, скажем так, как сказать, гостеприимные, да, совершенно верно, гостеприимные. Ну, впечатление у меня, ну что, наилучшие, скажем. Во-первых, почему я порекомендовал бы участвовать здесь, потому что здесь многие компании, которые участвуют здесь, их предложения, их высказывания намного интереснее нам, потому что в будущем мы хотим намного улучшить свои позиции не только в стране и на мировом рынке. Чтобы улучшить свои позиции, надо намного больше общаться, намного делить впечатлениями с другими, скажем так, компаниями и организациями. Но это все это к лучшему. Поэтому я обязательно буду рекомендовать своим коллегам, друзьям и весь, скажем так, состав нашего многосоставного Сакара, чтобы они здесь поучаствовали.